Привет, прогрессивные люди. Это истинный следователь. Обзор еды. Тушенка. Совок. Отвратительное название. Чё старая эта цепляция? Ну да, нормально было раньше. Раньше много чего нормального было. Ну, не знаю, какое-то убожество. Надо лучше вперед идти, лучше делать. А все равно, по сути, тушенка не очень. Хоть и написали вот, в советских традициях вот эти вот надписи по-казахски, блин, нахер они нужны? Задолбало меня, заебало. Не хочу я читать. Выискивать, где по-русски. Все нахуй должно быть по-русски. Пидарье ебаное. Сделано как в СССР. На самом деле не очень тушенка. Вот такая коробочка, банка. Шов. Так аккуратненько сделан. Это хорошо. Видно, оборудование хорошее. Ребята там потратились. Потом еще шов здесь тоже вот так вот аккуратненько сварен. Завод. Вот номер. 309-й завод. Здесь краской пропечатано. Вроде не поддельное. Написано мясо кур. А еще мясо цыпленка бывает. Не очень понимаю, в чем разница. Состав. Мясо кур, соль, перец. Ну, вроде как ничего. Сейчас покажу. Что вот мясо специально не съел. Ну так, кости, жир. Желе какое-то. А это считается элитной тушенкой. Она не самая плохая. Не пахнет нормально. Ну такая, на тройбанчик. Мясо. Мясо где-то половина банки. А стоит она в разных магазинах около 100 рублей даже. То есть стоит дофига. Могли бы просто мясо положить. Раньше тушенка, я в армии был, она была просто мясо клали. Сейчас суки ебаные кладут говно и пишут совок, как в СССРе. Пидарьё, это не как в СССРе. Сдохните, пидоры ебаные. Это говно. Нормально, это когда 90% мяса. Суки, блядь, это самое лучшее еще нахуй тушенка. Лучших советских традиций. Будут наебывать, пока 100 революций не сделаешь. Пидарьё. Шли нахуй со своей тушенкой этой ебаной. Кладите мясо 100%, суки. Ебанаты. Не знаю, как хотите, покупайте. Нет, по мне, говно. Как и все сейчас. Дерьмо, блин. Ненавижу эту варьё в каждом углу сидит и еще пытается что-то сказать мне, что хорошо, плохо. Я буду говорить, что хорошо, что плохо. Чё ты, мышонок? Чего? Тебе годится, да, эта курица? Ну... Ой. Ну, котятам годится, а людям не очень. Я ж тебе давал еду сегодня немножко. Сколько можно? А? Мышонок. Ты все не наешься никак? А? Ой, да прям как будто ты мег голодный. Как тебе совок? Срать же на все. Тебе срать на строи всякие. Государство нахуй, да? Нахуй государство. Мы за революцию, да?